Компания, занимающая лидирующие позиции на китайском рынке, BYD в скором времени начнет продавать свой маленький кроссовер Yuan Up, который имеет все шансы стать популярным. Yuan Up – это компактный электрокроссовер с одним двигателем и запасом хода 400 км. Мощность и аккумуляторная батарея представлены в двух вариантах. Ориентировочно цена составит 100 тысяч юаней или 14 тысяч долларов за топовую комплектацию. Новый автомобиль станет второй моделью на электроплатформе и Platform 3 с именем Yuan. Первый был Yuan Plus. Новый компакт-кроссовер следует обновленному языку дизайна, который похож на ранее выпущенный BYD Song L. У него прочный передний бампер, фирменный логотип Yuan, удлиненные светодиодные фары, затемненные стойки, дверные ручки заподлицо, необычная пластиковая отделка в нижней части кузова. Yuan Up получил задние фонари в современном стиле на всю ширину автомобиля и небольшой спойлер на крыше, пятиспицевые диски, которые будут как на 16, так и на 17 дюймов. У нового кроссовера передняя подвеска выполнена в виде Макферсон, а задняя имеет полузависимую конструкцию с поперечной торсионной балкой. Мощность обеспечивается синхронным двигателем с постоянными магнитами мощностью на 95 или 177 лошадиных сил, крутящий момент в первом случае 180 или 290 ньютон-метра в топовой версии. Двигатель 1, который расположен на передней оси, с ним кроссовер, имеет максимальную скорость 130 или 160 км в час соответственно. BYD Yuan Up внедряет самые новейшие технологии в области электромобильности, а батарея – это истинный переворот в сфере долговременного питания. В основе его динамической производительности – батарейная технология литий-железофосфатного типа, известная как Blade Battery. На выбор предлагаются аккумуляторы емкостью 32 и 45 кВт-часа, что обеспечивает запас хода 301 или 401 км пробега соответственно, по китайскому циклу CLTC. Yuan Up предлагает несколько цветов кузова, как спокойный зеленый, белый и холодный серый, а также цвета интерьера – бежевый, черный и розовый. Внутри у Yuan Up очень светлый салон благодаря панорамной крыше, и этот эффект подчеркивается использованием смешанных цветов. На рулевом колесе также используется символ юань, а в распоряжении водителя находится 8,8-дюймовый цифровой экран приборов. Кроссовер оснащен современной мультимедийной системой с сенсорным дисплеем на 12,8 дюймов. Он может поворачиваться в портретно-альбомном режиме, включая в себя такие функции, как навигация, поддержка Bluetooth, воспроизведение мультимедийных файлов и другие развлечения. Внизу под экраном есть беспроводная зарядка на 15 Вт. Компания прилагает чрезвычайные усилия для того, чтобы ваша поездка была не только комфортной, но и чрезвычайно эстетичной. Это особенно отражается в виде эргономичного рычага-селектора, который, как хрусталь, не только добавляет роскоши интерьеру, но и обеспечивает интуитивное управление уже с первых километров вашего пути. Водитель получает сиденье с электрической регулировкой и подогревом. Благодаря специальной электрической платформе пол в задней части салона ровный, что делает его удобным для тех, кто сидит посередине заднего дивана. Колесная база 2620 мм обеспечивает не только много места в салоне, но и также место для поклажи. Объем багажного отделения со сложенными задними сиденьями составляет 1320 литров, что весьма практично для компактного кроссовера. BYD Yuan Up – полноценный пятиместный автомобиль, но при этом достаточно компактный. Размеры 4310 мм в длину, ширина 1830, высота 1675 и колесная база 2620 мм. Новинка будет отличаться небольшим весом. Младшая версия весит 1430 кг, а старше 1540 кг. К
кроссовер начнут поставлять в дилерские центры в конце марта по цене от 79 800 юаней, что в переводе с местной валюты – 11 200 долларов. BYD One Up обещает стать интересным вариантом для любителей электромобилей, особенно ищущих компактный кроссовер с приемлемым запасом хода. Сведения о технических характеристиках, таких как размеры и платформа, свидетельствуют о том, что автомобиль может быть удобным и практичным для городского использования. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.